программа «День с толком». Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Вновь носим маски. В крае вводят ограничения. Теперь уже из-за гриппа. Каковы рекомендации и в каком режиме работают врачи? Клиент сейчас стал более требовательный, более избирательный. Как 2022 изменил отдыхающих и как в целом отразился на туристической сфере края? Швейцария, Беларусь, Узбекистан, Россия. В Барнауле прошел первый международный конкурс певцов. Время разгула вирусов. Так, за последние сутки 5 жителей края попали в госпиталь из-за коронавируса. У них фиксируют тяжелое течение болезни. Всего же за день вирусом заболело 68 человек. Однако коронавирус сдает позиции перед гриппом. Из-за последнего в крае ввели даже определенные ограничения. Так, в детсадах и школах предписано изолировать детей с признаками ОРВИ и прерывать учебу, если больны больше 20% группы или класса. В медучреждениях введен отдельный прием больных с признаками ОРВИ. Врачам следует носить маски, а температурящим больным нужно вызывать врача на дом. Сотрудникам сферы торговли, обслуживания, спорта тоже стоит носить маски и оставаться дома при первых признаках болезни. Мощный всплеск заболеваемости свиным гриппом и ОРВИ отмечают и в Павловске. Поликлиники переполнены, врачи скорой помощи работают на пределе своих возможностей. Поддержку работникам скорой оказывают фельдшеры Павловской ЦРБ. Часть нагрузки по неотложной помощи забирают на себя. Но при этом, говорят специалисты, впереди еще больше всплеска заболеваемости. Когда его ждать и есть ли возможность уберечь себя от болезни, знает Валентина Аскерова. Я уже отложил 11 вызовов. Также еще в течение дня будут поступать. 11 вызовов за 4 часа. Это далеко не предел. Фельдшером при Павловской ЦРБ Евгений Ширков работает уже 4-й год на износ. Так сложно не было даже в ковидную эпоху, признается медик. Больных с высокой температурой этим декабрем стало в разы больше. Станция скорой помощи перегружена. Часть вызовов по оказанию неотложной помощи направляют фельдшерам ЦРБ. Если раньше таких вызовов было 7 в день, то теперь 20-25. 37-38 или выше температура была? Бывает до 39 даже. Насколько тяжело стало вам в декабре? Вроде предновогоднее время, хочется расслабиться, но не получается. Не получается. Насколько сложно, тяжело? Ну, нелегко. Прежде всего, отмечают медики, тяжело переносят вирус непривитые от гриппа. Если сравнивать динамику вызовов, то за весь ноябрь Центральная районная больница Павловска приняла 230 звонков, а за полмесяца декабря эта цифра уже приблизилась к 300. Кстати, при вызове врача на дом через регистратуру медицинская помощь придет в течение дня, а если по скорой помощи, то гораздо быстрее. В течение 2 часов должны этот обслужить вызов. По лекарственным препаратам, по оснащению нисколько не меньше, чем скорой помощи. Все медикаменты имеются для оказания медицинской помощи. И в дальнейшем уже фельдшер принимает решение, или может он сам госпитализировать данного пациента, или расписать лечение, выдать больничный лист. Врачи Центральной районной больницы Павловска прогнозируют дальнейший рост заболеваемости свиным гриппом и ОРВИ. Корпоративы и визиты гостей будут способствовать распространению вируса. Улучшаться эпидобстановка начнет только в конце января. Валентина Аскерова, Алексей Фридин. День с толком. Иностранные авто и тариф на техосмотр подорожают со следующего года. Так, последний составит минимум 913 рублей. В среднем по России техосмотр подорожает сразу на 57%. В тех областях, где тариф уже долгое время не корректировался и оставался в размере 400-500 рублей, может вырасти вдвое или даже больше. Так, в отдельных регионах ценник может вырасти сразу в 2-3 раза. В Орловской, Омской областях, Хакасии дороже всего за техосмотр заплатят жители Санкт-Петербурга около 1500 рублей за автомобиль. В Алтайском крае с начала 2022 года тариф для легкового авто был всего 552 рубля. После Нового года будет соответствовать введенному минимуму 913 рублей. Также сообщается, что это не финальная цена. Размер тарифов может быть увеличен еще больше, если операторы техосмотра смогут доказать, что это необходимо. Кроме того, на формирование тарифа влияет накопленная и годовая инфляция.
На 10% подорожают и иностранные авто, прогнозируют эксперты. Российские дилеры не видят предпосылок к снижению цен на новые автомобили. Наоборот, стоимость будет только расти. Она будет зависеть от курса валют и логистических цепочек поставок. Надеяться на китайские автомобили тоже не стоит. Поднебесная продолжит наращивать объемы и зарабатывать прибыль. Правда, в будущем можно ожидать поставки автомобилей из Кореи. Товарные запасы по остальным брендам продадут до конца первой половины 2023 года. В дальнейшем поставки машин будут проходить через параллельный импорт. Дипломная практика, поступление в аспирантуру, трудоустройство – эти темы больше всего волнуют выпускников медуниверситета, особенно если ты целевик. Успокоить студентов пришел сам министр здравоохранения края. Дмитрий Попов поучаствовал в неформальной встрече тех, кто готов работать, с теми, кому молодые специалисты очень нужны. Подробности у моих коллег. Неформальная встреча с министром. Дмитрий Попов на диване, будущие медики в зале. На экране самые популярные вопросы студентов к системе здравоохранения. Начать специалитета, поступить в ординатуру. Мы же сегодня говорим про целевое обучение на специалитете. Здесь вопрос, да, возможно. Есть мысли сейчас о том, что в ординатуру хочу пойти на онколога. Это мечта детства. Я еще до первого класса решила, что я хочу связать свою жизнь с медициной, и сейчас мне все очень нравится. Вопросы не кажутся никому глупыми. В зале целевики, уже прикрепленные к какому-то медучреждению края или те, кого Минздрав еще не распределял. Идти в ординатуру или сразу трудоустраиваться – один из больных вопросов студентов. После специалитета процент трудоустройства чуть более 50-54%. Но необходимо сказать, очень большой, 200 человек. Вот в этом году 183 человека пошли в ординатуру, закончив специалитет. Трудоустройство после ординатуры 93% по итогу 2022 года. На встрече присутствовала еще одна сторона целевых отношений – главврачи медицинских учреждений. Как на ярмарке вакансий, они могли тут же познакомиться. На сегодняшний день в Алтайском крае не хватает 200 специалистов. Нужны 157 врачей разных профилей и 82 педиатра. Большая часть вакансий касается больниц в районах края – 99 вакансий. Есть вакансии такие, как психиатр, такие, как стоматолог, такие, как окулист. Значит, эти потребности, они как бы сейчас актуальны, да, для больницы. И также у нас два педиатра вакантные должности. Также студентам еще раз проговорили условия целевого договора и меры поддержки молодых специалистов. В следующем году Алтайский медвуз закончит 200 студентов. Дмитрий Дроздов, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Не ажиотажный, но стабильный. Так алтайские турфирмы оценивают спрос на отдых на Алтае этой зимой. К нам вновь едут насладиться зимними видами, встретить Новый год. Хотя к середине декабря в Алтайском крае и Горном Алтае все еще есть нераскупленные места. Как изменился в 22-м туризм на Алтае и что сейчас требуют отдыхающие, расскажем далее. Спрос стабильный, но нет глубины продаж. Так в турагентствах говорят об этом зимнем сезоне. Алтайский край и Горный Алтай по-прежнему любимы туристами. Но за две недели до Нового года свободные места все еще есть. Выложить 6 тысяч рублей за сутки, а в новогоднюю ночь и все 20, к концу 22-го готовы немногие. Однако в течение года приезжих с Урала и Центральной России было достаточно, а сфера учитывала пожелания клиентов. Купольные отели, какие-то шале с панорамными видами, да? То есть, может быть, для более уединенного отдыха. Вот такие объекты появляются, и они всегда на пике популярности. В Алтайском крае летом были популярны Красногорский район с этнографическим туризмом, Змеиногорский с историей рудной Колывани, Солонешинский с археологическим памятником Денисовой пещерой, но меккой туристов была и остается Белокуриха. Зимой, по данным турагентств, треть приезжающих едут с целью оздоровления. Из-за санкций география отдыхающих у нас расширяется, что сказывается на качестве сервиса. К нам поехали очень много туристов из европейской части, которые также предъявляют свои правила и условия сервиса. Подача завтрака в номере, индивидуальный трансфер, да, какие-то дополнительные услуги. Не просто оздоровительные там, какие-то программы, какие-то спа-процедуры, уходовые процедуры.
По прогнозам властей, до конца 2022-го наш регион посетят 2 миллиона туристов. Популярность отдыха внутри России в этом году была неизбежна. Агентство активно работает по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Сочи, а также Турция, Таиланд, Эмираты, Египет, Мальдивы. Азия с пересадками начала продаваться с лета. В этом году из-за того, что несколько раз направления закрывали, открывали и так далее, у нас, естественно, был большой, мы сильно просели в нескольких месяцах, но потом за счет вот летних месяцев мы догнали. Ну и за счет того, что стоимость туров за границу сейчас стала гораздо больше, чем в прошлом году, и уж тем более там 3 года назад, то по нашей фирме финансовый результат лучше в этом году, чем в прошлом. Но самих клиентов меньше на 20-30%. В провале бюджетный сегмент. Сейчас ему точно не по карману тур за 100 тысяч рублей. Изменились и оставшиеся покупатели. Клиент сейчас стал более требовательный, более избирательный, потому что в период пандемии, в период вот сейчас отмены рейсов из-за спецоперации, многие турфирмы, кто-то закрылся, кто-то плохо общался с клиентами, и клиенту нужна забота. Он должен понимать, что если вдруг случается какая-то сложность, его никогда не оставят без внимания, что о нем позаботятся, его вытащат из-за границы, вот как сейчас из Египта там люди вытаскиваем. Но в туротрасли уверены, что бы ни происходило, отдыхать человек хочет, и продажи будут. И чем взыскательнее клиент, тем лучше качество, считают эксперты. И пусть хотя бы через претензии уровень сервиса на Алтае начнет повышаться. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в Барнауле начались губернаторские елки. Представления для 40 тысяч учеников начальных классов проходят на разных городских площадках. Среди них ДК «Южный», Дворец культуры Барнаула, Краевой театр драмы, музыкальные и кукольные театры. Дата и время начала представлений сейчас на ваших экранах. Как сообщает в оргкомитете города, учреждения культуры подготовили для детей больше 60 новогодних программ. Для учеников средней и старших школ во всех муниципальных досуговых центрах проведут дискотеки. Традиционно у нас елка проводится для маленьких детей до 7 лет из многодетных семей. Совместно с организацией мы ее проводим, много деток хорошо, в театре кукол 29 декабря. Заяц, самокат, плюшевый медведь – вот так выглядит обновленный список задач краевых чиновников. А все потому, что в правительстве края сегодня стартовала всероссийская акция «Елка желаний». Министры вытянули шары с детскими пожеланиями, которые должны будут исполнить. Екатерина Стукач, 11 лет. Мечтаю о наборе для руководителя. Будем. Но исполним для рукоделия. Чиновники участвуют в акции в 5-й раз. В этом году они исполняют мечты не только алтайских детей, но и ребят из подшефного нашему краю славяно-сербского региона ЛНР и детей военнослужащих. И в завершении выпуска о первом международном конкурсе певческого мастерства имени Тарнецкого, что прошел в Барнауле. Более 1500 участников пели хором, сольно, акапелла, как на сцене Краевого института культуры, так и онлайн. Коллективы из Швейцарии, Белоруссии, Узбекистана и, конечно, всей России. На заключительном гала-концерте побывала наша съемочная группа. Банкетная фуга Джона Раттера в исполнении академического хора Барнаульского мусколледжа. Сопрано, тенора, альты звучат в единой гармонии. Однако управлять таким голосовым оркестром весьма непросто, подчеркивает дирижер. Музыка, над которой предстоит работать руководителю коллектива, она должна в голове зазвучать. И потом уже все это звучание перенести на коллектив. Вот. И самое главное, уметь объяснить исполнителям вот именно эту твою звуковую картину. На сцене Краевого института культуры такой масштабный конкурс впервые. Тысячи участников со всей страны и зарубежья. Онлайн выступали коллективы из Швейцарии, Белоруссии и Узбекистана. Удовольствие от того, что ты слушаешь другие коллективы. Ты не только, получается, в своей сфере, барнаульской, там, коллежской варишься, но еще и слушаешь другие города, другие по статусу, ну, организации. Это профессиональные, это любительские.
Более 30 лет назад Александр Тарнецкий создал Барнаульский академический хор. Вместе с супругой они воспитали немало студентов-хоровиков. С возникновением коллектива связывают резкий всплеск интереса к такому искусству в крае. Сейчас ученики Тарнецких везут со всей страны хоровые коллективы в Барнаул. Мы хотим, чтобы на Алтае сохранилась память о двух деятелях, которые на протяжении более чем 50 лет поднимали хоровую культуру, певческую культуру, детскую, взрослую, самодеятельную, профессиональную. У конкурса очень необычная система судейства, которая позволяет сделать этот конкурс, я думаю, для участников привлекательным, а для зрителей наиболее, так сказать, понятным по оценке. Главный приз, гран-при и статус победителя международного конкурса при Министерстве культуры края. Для музыкальных коллективов это весомый вклад в развитие своего профессионализма. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.